Мы рассказали вам о некоторых событиях при Ангаре. На очереди новости Забайкальского края. Слово нашим коллегам, журналистам телекомпании «Альтес». Здравствуй, Иркутск! О наиболее важных событиях Забайкалья вам расскажут наши корреспонденты. Я Дарья Лебедева. Чита Джаз 2013. Забайкальская столица на один день превратилась в большую музыкальную площадку. Первый фестиваль джаза под слоганом «Время перемен» наполнил наш город музыкой, которая с утра и до самого вечера играла на центральных площадках города. Это событие – первый шаг в череде мероприятий, посвященных легендарному российскому джазмену Олегу Лундстрему. Это музыка интеллектуалов и исключительно для узкого круга людей. Так говорят о джазе, но с этим, пожалуй, не согласятся организаторы фестиваля и те, для кого джаз – это жизнь. Для нас это прекрасная, красивая музыка, которая нас вдохновляет, которая делает этот мир прекраснее. Атмосфера джаза царила на центральной площади весь день. В единой стилистике, в элегантных шляпах и с бабочками на мероприятиях появились и первые лица города и края. Публика уже слегка пританцовывала, слушая не совсем привычную музыку в исполнении коллективов из Забайкалья, Бурятии и Иркутской области. У каждого поколения был свой джаз, поэтому это каждое поколение воспринимает его по-своему. И у меня был когда-то свой джаз. И когда-то на танцплощадках мы опробовали и рок-н-ролл, и все остальное. Очень, конечно, мы были удивлены с одной стороны, а с другой стороны, ну, наверное, это правильно, приобщать молодежь и, прежде всего, новое подрастающее поколение. Они должны знать, что есть такое направление в музыке, как джаз. По соседству с музыкальной развернулись площадки «Автозвук», «Мини-дрифт», «Ретро» и «Мотовыставки». Конечно, организаторы фестиваля не забыли и о подрастающем поколении. На театральной площади развернулась детская площадка фестиваля. Огромные мыльные пузыри, эстафеты, творческие мастерские, конечно, музыка и танцы. Как оказалось, большинство современных детей не знакомо с джазом, поэтому для них играли более привычные композиции. Также каждый желающий почувствовал себя в роли флориста или дизайнера, участвуя в мастер-классах. На кукольной площадке, где делали кукол, где разрисовывали гримом. Еще одна фестивальная площадка – «Парк Адара», открыл которую муниципальный оркестр Читы. На подготовку к выступлению у коллектива было всего 2 недели, но музыканты справились на отлично. Хотя сегодня под джаз почти никто так и не решился выйти потанцевать, организаторы решили сделать событие ежегодным и придать ему статус международного. В 2016-м в Чите пройдет крупный джазовый фестиваль с участием российских и зарубежных исполнителей, посвященный столетию нашего земляка, знаменитого на весь мир джазмена Олега Лундстрема. Считаю, что мы должны сделать этот фестиваль долготлящимся. Мы должны сделать его постоянным. И этот фестиваль должен соединить в себе музыкальные желания, музыкальные таланты Европы и Азии. В Чите джаза будет много. Марина Кузнецова, Дмитрий Пенегин. Время новостей. Спокойной ночи, малыши! Хрюша Степашка и другие герои любимой передачи встретились с первоклашками. Для них артисты устроили настоящее хрю-шоу. И капитаны уплывают, и космонавты улетают, а петичишек как летают, а школьник-марты вдалеке. Артисты хрю-шоу Андрей Удалов и Андрей Шестаков свое представление характеризуют как некий микс из музыки, игр, театра кукол и, конечно, импровизации. А главные герои, которых они озвучивают, персонажи известные и любимые всеми. Филя, Степашка, Каркуша и, конечно, Хрюша. Загадка специально для Каркуши, но сейчас, ребята, вы ей не подсказываете. На снегу 2 полосы. Удивились 2 овцы. Подошла одна поближе, тут бежали чьи-то ноги. Вообще же все, что происходит на сцене, это некое поучительное хулиганство. И яркий тому пример сам Хрюша. Образ непослушного ребенка, который постоянно шалит и попадает в неприятные ситуации, на самом деле является поучительным. Вместе с ним ребята учатся правильно себя вести и не повторять ошибок забавного поросенка. Как тебе не стыдно кричать мне на ухо? Я лучше отойду от тебя подальше.
А это что еще за новости? Ребят, разве он хорошо себя ведет? Красиво? Улегся. Полтора часа музыки, игр и смеха проходят незаметно. Шоу заканчивается, и первоклассники вынуждены возвращаться к своим делам. Урокам, домашним заданиям, играм с друзьями и, конечно же, к просмотру по вечерам любимой передачи «Спокойной ночи, малыши». Степашка. Почему? Ну, он потому что веселит всегда, это все веселит, развлекается. Мне сейчас нравится Филя, потому что он всегда смешной. Филя. Филя тоже? А почему Филя? Потому что он храбрый. Храбрый? И веселый. Хрюша. Он смешной такой сказал. Хрюша. Почему? Потому что он смешной. Мне все понравилось. Все понравилось. Светлана Тулунова, Сергей Миртов. Время новостей.